Всем привет! Сегодня я хочу представить вашему вниманию вот такую вот чудесную кофточку. Или она, как правильно, в каталоге называется топ с объемными рукавами. А на сайте она обозначена как джемпер. Хочу обратить ваше внимание на такие классные рукава. И вы знаете, сама по себе вот такая вот футболочка, она очень простая, да, вот ее ткань такая. Ткань обычный трикотаж. Здесь, кстати, вот такой трикотаж тянется, а здесь получается хлопок, ну уже такая, знаете, похожа ткань на лен. И вот здесь посмотрите, какая супер драпировка. Я вообще в таком восторге от этой футболочки, мне она очень понравилась. Обычная горловина, да, вот здесь посмотрите. И читала на сайте, что пишут, что она большемерит. На самом деле, ну вот хочу показать вам, да, как она в выправленном состоянии. Она такого свободного силуэта. Я ношу размер 44, я взяла себе размер 44. В принципе, даже если бы я взяла размер 42, то она бы тоже была мне как раз. Ну, судя по плечам, это мой размер. Но она просто, вот посмотрите, такая как широкая, да, к низу. Поэтому получается, что такое ощущение, как будто бы она немножко больше мерит. Длина такая у нее хорошая. То есть вот как мне заправлять, например, в джинсы. Я очень люблю джинсы с завышенной талией. Прекрасно, ничего не выправляется. Все очень хорошо смотрится. Классная, классная футболочка. Мне очень нравится. Этот цвет дымчато-голубой. Давайте я еще покажу вам, как будет смотреться бежевый цвет. Итак, на мне сейчас бежевый цвет, но хочу сказать, что может быть за счет цвета, может быть все-таки при раскрое какие-то допускаются погрешности, но бежевая кофточка, она, ну, по моим ощущениям, гораздо больше, чем голубая. Она даже, посмотрите, да, вот если ее, вот, голубая, я ее заправляю, и она нигде ничего не топорщится. А здесь получается, что она как-то такая вот широковатая, и рукава, мне кажется, больше. Ну, может быть, это чисто визуальное мое ощущение. Ну, тоже интересный цвет. Но все-таки я себе голубую оставляю. Я ее сегодня уже носила с удовольствием. Она очень классная. Вообще хочу сказать, что всегда драпировка, да, на самом деле она всегда смотрится очень выигрышно. За счет вот таких рукавов кофточка выглядит очень богато. Ну вот, посмотрите, да, я сегодня... Мой образ в джинсах, то есть и с джинсами она смотрится прекрасно. И если, например, вы оденете какую-то юбочку, однотон, брюки, то есть такая кофточка будет прекрасно смотреться, мне кажется, с любой моделью. У нас еще есть несколько цветов. Такая кофточка представлена еще в нескольких вариантах. Давайте посмотрим.